Добрый вечер. С детства я знал от дедушки 10-го года рождения, что если ты что-то изобретешь и получишь патент, то можно потом всю жизнь не работать, а только стричь купоны и получать какие-то авторские. В Америке, но, возможно, и вообще в мире. Я пытался что-то изобрести в детстве, я оставил это. В детстве я много занимался спортом, разным. Вы не поверите, но фигурировал даже большой теннис. Дольше всего я продержался в шахматах, но все равно многого не достиг. А Миша придумал новую штуку, причем это вид состязания, в котором я могу бороться за победу. И, по крайней мере, принимать активнейшее участие к своему огромному удовольствию. Миша, спасибо большое за придумку «Открой рта» или «Открой рота». Отличная вещь. Уже 10 лет и почти год, как я про нее знаю и принимаю посильное участие. Спасибо большое, с праздником!